Бесплатная пресса. А на деревьях шарики. Торговая площадь Страсбурга. И везде шарики. Наряжает елку. Ноябрь. А они уже елку поставили. Вот падающий дом. Где падающий дом? Ну, уже наклонился. А! Ужас. Как же там живут-то? Они показывают, что мы Мы шли и шли, и наконец-то дошли. Тортики, еда. Рюшки. Огромное такое. Красиво. Сегодня так тепло. 15 градусов. Маленькие старинные дома. И сало в банке. Ой, прикольно. Ну что, мы в Страсбурге, в европейской столице. Видимо, каждое что-то обозначает, да? Хорошо играет. Точно, куда это они все?
пришел? Какая-то организованная экскурсия. Организованная толпа. Вышла из собора. Подозрительно. Религиозные фанатики, не иначе. Наверное. Соборская площадь. Такой величественный собор. С массивными опорами. И с интересными животными. Их, правда, так не видно. Но на каждой опоре свое животное. Саша. Маленькая Франция. О, 7 ноября. Вот это мы нашли. Это я смотрела. Да-да-да-да-да. Шлюз для корабликов. А кораблика нет. Тут и замочки есть. Какие замочки? Для корабликов? Замочки. Открытый мост. Это что за чудо-юдо?
как интересно. Я думаю, это скульптура коровы. Именно коровы. Да ладно. Символизирует колокольчик его коровы. Не, серьезно, что это такое? Может, они время отбивают? Не знаю. Ой. Видимо, это фигурки собора. А еще у Гуфи двое языков. А у Дональда один язык. Зато три глазика. Два носика у Гуфи. Это два Гуфи. Как два Гуфи? Видишь, два носика, два языка, два глазика. Четыре. Ушки. Это два Гуфи вместе. Очередное чудо. Аргентаратум. Кто? Аргентаратум. Местное развлечение. Какая красотища. Ой. Одна прямо на ту покушала. Уточка, уточка. Ага. Вот такой экскурсионный теплоход. Мы там были. И сейчас он здесь поднимется на большую воду, да? А мы сейчас вот здесь обедали. Вот в этом вот красивом домике. Было очень вкусно. Следующий претендент на Оскар. Здорово. Вот и пушки. Ну и снова местное развлечение, развлекуха для детей. Это игрушка. Опера. На оперу, на оперу, мы очень любим оперу. Вечерний Страсбург. Вот. Красиво. Разве это не чудо?
Национальная библиотека университета Страсбург. О, выговорила. А вот тут... Это театр. Дворец юстиции. Красиво. Купол вообще православный. Тут что-то они говорили, готическо-романский какой-то стиль. Вот портал, готическо-романский, вот эти вот бортики по бокам, как это, ветеране строили. Та-да! Дворец юстиции. Настоящий. Как же тут красиво! Какая осень чудесная! Здорово! Такое буйство красок! Так тепло! Маленькая Франция. И больница, и тюрьма, и школа. Честно говорим. Вот это старинная плотина. Ее могли перекрыть и в случае надобности открыть и затопить весь город. Страшная история о республике. Нет, как они ее назвали? Первоначально республика, да? Страсбург. У города Страсбурга. Да. А там были пушки. Ужас какой. А так красиво. И без пушек. Там видно еще дырки под пушкой. Точно. Какой воинственный городок. Смотри, а там сколько их было? Пушек, да. Вот это всегда пушек. Ну, пойдем дальше. Да. Как раз здесь мы были. Я еще помню вот этот домик психолога. Точно, я еще, по-моему, говорила, что домик между двух рек, да? Ну вот что значит вечером гулять и днем. Ну красиво, что вечером, что днем. И столько всего нового нашли. А еще посмотри, какая арка. Пойдем туда. Арка? Арка, да, вот. Вот здесь вот сейчас спустимся и пойдем туда. Давай. Мы сейчас поедем на прогулку.